Теплотехника. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы проведем видеообзор запчасти под названием «Датчик инфракрасный» для газового котла Deo. Предназначен для индикации наличия или отсутствия пламени в камере сгорания. И в дальнейшем он передает команду на плату. Внутри находится оптический фотоэлемент, который фиксирует наличие или отсутствие пламени в горелке. Фотоэлемент подключается на камеру сгорания. Разъем с другой стороны подключается на плату управления.